Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня английский коллекционер героев. Мы на аккаунте моего подписчика Виталика, и у нас 49 тысяч самоцветов. Аккаунт, как видите, судя по всему, донатный. Минотавр даже есть. Ну, я думаю, тут герои, в принципе, должны быть неплохие. При таком донате здесь можно собрать однозначно топовый аккаунт. Так, смотрим. 87-91, ну понятно, разруха, оккультист, зефирка и фоба, то есть нам по сути выбить надо оккультиста и фобу, два последних героя, что у него по зефиру. Фоба, оккультиста, 175-200, ну в принципе... Очень скоро. Вот такой вот коллекционер у нас. В принципе, если выбьем фобу, получим скин зефира. Ну, я не знаю, тут, конечно, шанс. Тут у нас мешки охника. Могли бы уже и зефира добавить. Так, окей. Два недостающие героя. Находится он в гильдии Раша. Кидайте заявочки, вступайте. Телегу, контакты на экране, атака фортов 20.00 по МСК. Вот так вот. Первые, вторые места, битва гильдии, атака фортов. Ну что, поехали, попробуем. Попробуем выловить. Посмотрим, как у нас получится. Не получится, получится, не получится. Такс, 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 такс. Поехали. 450. Еще разок. Друидик. Ну, посмотрим, как. 50, практически 50 тысяч самиков у нас есть на выбывание. Ну, слизни падают. Отлично. 4 штуки мы уже или 3 собрали. А вот героев, не знаю, 2 недостающих героя. Ну, я не знаю, какой смысл на английском сервере с такими плюхами ролит, ведь реально проще подсобирать самики. Да, у нас уже места не хватает. Нам сейчас еще плюхи открывать. Давайте до 30к. И пойдем открывать плюшечки. Так, фоба или оккультист? Инди. Ну, нифига не падает из-за 150. Так, окей, понятно все. Ну, как видите, что у него здесь. Ну, тут куча разных героев, это английский сервер. Это нормальное явление. Так, хорошо. Что там у него по плюхам, он говорил? Есть у нас эмблемки, отлично. Ну, в принципе, неплохо. Два пакта восьмых. Железка для подземок и водушка для фарм локаций. Я считаю, это отличный. Отличный дроп. Нифига себе, я уже думал, тут 9. Так, что у него тут интересного есть? Так, давайте пооткрываем этих питомцев. Короче, куча разных плюх. Посмотрим, посмотрим. И чё? Не дает открывать? Или зависло? Странно, странно, странно. Люблю этот сервер, люблю особенно, когда он зависает. Я не знаю, по каким причинам, но реально последнее время он что-то очень часто зависает. Что-то пошло не так. Так, хорошо, поехали. Смотрим, сколько мы уже собрали слизней. Коллекционер. 6 штучек. Ну, маловато, я вам скажу. За 19к 6 штук. Мало-мало. Лабиринты. Видно, задротят в КБшке. Такс.
А что тут у нас упадет? Нифига себе, целых 6 книг. Прям мега-мега. А смотрите, вот он бегает на рифт. Неплохо. Давайте. Давайте посмотрим шансы. Я у себя пооткрывал. Я вам скажу так, шансы здесь равны, как и везде, нулю. То есть акции, которые нам вводит IGG в игру, там локации, награды с них никогда не соответствуют реальности. То есть девятых камней хрен получишь, десятые камни фиг упадут отсюда. Ну вот посмотрите, вот вроде падает, да. Я у себя кучу сундуков уже открыл, на других аккаунтах открывал. И нифига десятые камни просто так не падают. Так, отлично. Holy Conviction, доспех, пиромах. В принципе, неплохо. 4 на 4, 50 на 50. То есть, в принципе, вот тут вот девятые падают. Нам упало начало фобы. Так, кстати, вот это тоже интересно пооткрывать. Давай, рандомчик. Блин, когда два недостающие героя, ну реально, о, нифига себе, коробка упала. Когда два недостающие героя, лучше, конечно же, и тем более английский сервер их докупить. Но он так хотел роллинга, что мы не могли отказаться. Так, Окс, нифига себе, нифига себе. Вот это он задротит. А вот тут, кстати, блин, офигенные плюхи. Я никогда никого не лайкаю. Надо все-таки заходить и забирать эти плюхи. Потому что это реально. Посмотрите, что делается. А я уже столько дней пропустил. Надо взять себя в руки. Мне нравится это дело. Так, что у него еще интересное есть? 5 космо, неплохо. Так, ну, это я не буду трогать. А вот это мне интересно чисто для интереса. Упадет ли осколок огника нам отсюда? Печаль. Просто печаль. Это... О, нифига себе! Ребятушки, отсюда они падают. Три штучки мы увидели. Ну, таким темпом, я думаю, где-то пару лет, и можно будет отсюда его собрать. Так, ну, тут лава, я думаю, тут осколки ворожея. Тут осколки ворожея. И тут, кстати, прикольно. С четвертой, четвертую откроем. Тут и ворожка падает. И расходники. Блин, классные расходники, кстати, падают. Так, окей. Ладно, потрешивали. Освобождаем места и побежали дальше. В общем, такое. Английский сервер Мореплюх. Мореплюх для доната, конечно же. Поехали дальше. Нам надо собрать два героя. Одного я уже сегодня вытащил. Паладин — это имба. Медузка. Сердцеедка. Гризли Рипер. Ну, Кенди Кейн. Так, блин, фоба либо оккультист надо. Интересно, интересно, а хватит ли снизи на английском сервере? На коллекционера. Так, ну тут понятно, панду мы собрали. 10-15, ну в принципе где-то наравне идем. Даже немножко получше, ну посмотрим. Это английский сервер. Здесь ребята поменьше ролят. Так, еще один, 11. Просто 6. Валька. Памкин. Сноу. Да уж. Ну, рандомчик, что за фигня? Давай. Надо, короче, перестроить админ-панельку на английский сервер. Она дает только на русском. Блин, просто пипец. Посмотрите, даже перестали слизни падать. 13-15, ребят. Два слизня. Один. 5К.
И он по-любому не упадет. Не упал. О, этот английский сервер. Чемпион. И последних 400. И за 150 нам сейчас упадет. Паладин, ребята. Как обычно, в итоге в конце падает самый топовый герой. Это Паладин. Ну, что я могу сказать? Я говорю, как всегда, в таких случаях лучше вообще не ролить. Когда у тебя есть, блин, практически все, ну, 50, в принципе, 50 молотков, это, конечно, круто, но нафига они нужны. В таких случаях лучше подождать, он там подешевеет, где-то будет акция на него. Ну, блин, хозяин банин захотел, мы это сделали. Ну, в итоге английский Коля не топчик, не получилось. Надо админ панельку перестроить. Так, мешки лаваники. Он думал, здесь мешки зефира. Но, к сожалению, здесь мешки лаваники и 2. Плюс 5 осколков огника. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосики. Всем удачи, всем пока.